7 представительниц сферы культуры приняли участие в 3-м ежегодном конкурсе «Леди культура 2023». Светлана Шавырина могла бы стать учителем истории и обществознания, но любовь к творчеству перевесила. И вот уже 5 лет девушка проводит мероприятия и руководит кружком лепки в Доме культуры деревни Новая. И в юбилейный год решила испытать свои силы в конкурсе «Леди культура». Я решила, что вот сейчас самое время, когда вот вспомнить все то, как это вообще все начиналось. Когда-то еще в далеком 9-м классе, в 2018 году, помогали мне готовиться участники молодежного актива «Альтернатива», руководителем которого я являюсь. Ребята из студии «Лепки из соленого теста» мои, они тоже сегодня здесь. Их родители тоже сегодня здесь в зале. Яна Павленко год назад приехала в Россию с ребенком из ДНР. Сейчас выпускница Донецкой государственной музыкальной академии и Ростовской консерватории имени Рахманинова занимается вокалом с детьми и взрослыми в Центре культурного развития «Юбилейный». Я всегда участвовала в вокальных конкурсах, в детстве играла на скрипке, но это были узконаправленные конкурсы. А здесь вот такой масштаб, ну, для меня это новое, потому что это страна Россия, да, это что-то новое, что-то огромное, большое. Участницы конкурса пели и танцевали, читали стихи, рассказывали о своих увлечениях, раскрывали профессиональное кредо. В год педагога и наставника творческие номера конкурсантки готовили вместе со своими воспитанниками. Шоу-программа продолжалась около 2 часов. Жюри предстоял непростой выбор, но он был сделан. Звание «Леди культура 2023» получила заведующая Дрезденского городского парка, художественный руководитель Центра культурного развития «Юбилейный» Екатерина Гоглова. У нас отличная команда, благодаря которой я и одержала эту победу. Без их поддержки, без поддержки нашего директора Марины Борисовны Кузнецовой, я бы не добилась этого. Все благодаря им, а я просто была рядом. Но это их победа, я вас люблю. Вице-леди культуры 2023 стала Светлана Шавырина. Остальные участницы отмечены в отдельных номинациях.